Алло. Алло. Да. Алло, да, да. Алло, я вас слушаю. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Я хотела вот на квартире, которая у вас на Комендантского, узнать. Она во что, полностью уколы бетон? Вы знаете, что, да, там обои сняты. Обои сняты. Вот. И стены покрашены. Там покрашен, ну, потолок и стены. Да, или и линолеум тоже снят и покрашен пол, то есть она в таком вот виде. А окна у вас в каком виде? Окна у меня новые стеклопакеты, которые я ставила в прошлом году, не в этим летом, а прошлым летом. Вот. А двери поменены, нет? Вы знаете, что у меня новые трубы, отводка в ванну, к ванну, новые вот эти все вентиля. Так что вот, двери, поскольку были старые, двери сняты, дверей нету, без дверей. А вообще нет дверей? Вообще нет дверей. Ой, а что, так вот, она была в таком состоянии разбитом, что ли, совсем? Нет, она не разбитом, это дом 1989 года, вот, ну, и... А нет, а у меня двери, у нас двери были, как говорится, вот 28 лет было этим дверям, и, конечно, я их сняла, я там начала делать ремонт, вы понимаете, да, вот так она вот под эту, под покраску, конечно, она под ремонт, а двери там в любом случае надо было менять, двери, конечно, не поменены, но те, которые были, они как бы у меня сняты, потому что дверям было 28 лет, так что вот. Балкон нет, балкон, да, там третий этаж, окна во двор и балкон, не лоджия, а балкон. А унитаз, раковины? Ванна есть, ванна, унитаз, это есть. Нет, и унитаз у меня новый, унитаз новый, там, в каком я там, в 16-м году его ставила, и ванна тоже в 16-м году, ванна новая, вот, так что вот. Двери вообще нет, это значит, ну, двери, а потолки, что у вас с потолками? А потолки там квартира, они просто покрашены, то есть так же покрашены, как и стены, в белый цвет, то есть там белые стены, то есть цемент, то есть... Значит, это краска у вас идет, да. На потолке краска? Да, на потолке краска, и стены тоже крашеные, да, так что вот. У него там лицевка, да, краска? Знаете, тексовская, краска тексовская для стен, вот такая вот краска там идет. Так что, ну, с другой стороны, там вот, знаете, под обои, там ровные стены, там, как говорится, в другой комнате мне... Под обои, это заново ремонт, там ревитонировать еще надо. Ну, нет, знаете, там стены очень, в принципе, хорошие, потому что там были, знаете, у меня был там ремонт в каком-то 2004 году, там, в общем, стены, там обои нормально, знаете. Но я так и пишу, что, в принципе, она без ремонта, то есть в таком состоянии, то есть я как есть, так я и продаю, так что вот... Так что вы за нее хотите? А что я за нее хочу? А я, в принципе, написала в объявлении, что я хочу 5800, но возможен торг. 5800 вы никогда не продадите такую квартиру. Ну, так скажем. Голый бетон, там, знаете, какой-то ремонт сейчас дорогой. Это если даже слабенький сделать, это где-то 1,5 миллиона уйдет только на ремонт. Минимум. То есть эта квартира же не новая. Я понимаю, в новой квартире там полтора лимона затратил, так знаете, за что, а в старом-то? То у вас такая цена-то не маленькая. Ну, так скажем, в общем, такая стоит, возможен торг, мое дело, так скажем, предложить ваше... А это кооператив или государственное? А, нет, вы знаете, что это ТСЖ, это дом постройки... Да, это городской, знаете, это еще по обмену мы поменялись, 1989 года постройки. То есть это как там, ТСЖ, ну нет, ну вот, короче говоря, это вот государственное, то есть бывшее государственное. Там ТСЖ, да? Да, ТСЖ. А сколько квартплата, у вас там все оплачено, сколько квартплата стоит? Квартплата стандартная. Там сколько? Где-то около, по-моему, там 4, где-то, может быть, меньше, около 4000 в месяц. Квартплата, да? Да. Ну, то есть, это 137-я серия. Постояки у вас
Вот, да-да-да, вот смотрите, у меня, поскольку я там начала делать ремонт, начала, конечно, я с этих труб, которая идет отводка, вы понимаете, да, это такой важный момент, вот эти все вентиля у меня поменены, и на туалет, и на ванну, то есть новые трубы идут, новые трубы, так что вот, на ванну и на туалет, и вот это, знаете, как... железные стоят трубы. Железные стоят, да. Ну, вы знаете, там часть труб, они внутри, поскольку там для ванны, там же вот эта отводка идет внутри, они замазаны. Я знаю это уже. Ну да, а трубы железные. То есть, не крашеные, да? Они стоят у вас просто уже? Вы имеете в виду, когда я их меняла, эти трубы? Поменяли, да. Я их поменяла, сейчас я вам скажу, в 2016 году, в конце. Угу. Так что вот. Потому что там может уже ржавчина, типа, не крашеная у вас. Да нет, и там... Вот тот, что, знаете, там вот эти полотенца сушила, вот эти отводы, все вентиля, там все вот это новое, потому что там были старые вот эти вентили. Так, как говорится, все у меня это то, что закрывает холодную, горячую воду в санузле, это в туалете. То есть это такой важный момент, это у меня новое и поменено. Так что вот. Понятно. А сколько вы готовы уступить? А за сколько вы согласны купить? Ну, я, например, квартиру же надо видеть, конечно, посмотреть, но она, понимаете, больше, чем 5-400 не стоит. Там, представляете, какой ремонт можно сделать? Знаете что, конечно, 5-400 дешево, просто, знаете, я, как говорится, завтра вот показываю, у меня есть люди, которые, в принципе, хотят посмотреть и, возможно, приобрести. Можно, понимаете, я понимаю, но реально за такие деньги не возьмут, я вам сразу могу сказать, потому что я делала вот ремонт тоже в своей квартире, знаете, какие деньги это идут? Ну, я знаю, вы знаете, я тоже делала, знаете, в Эллинге ремонт, и когда начинаешь ремонт, думаешь, что это, а потом все хочется, как бы, такое. В общем... Это нужно чины потолки там заново делать, это нужно ретонировать стены, или вот там для себя, для жития брать квартиру. Это затраты большие, ретонит стоит дорого, это все. Зимой у вас ни обоев, ничего нет туда, ничего не видишь. Это, по сути дела, заново коробку надо... Как много на отстройке, так и у вас, собственно говоря. Заново надо брать ключи, двери купить надо. Эта квартира мы по обмену в 1990 году, по обмену ее, так скажем, приобрели. Потом в 2000 году, когда была приватизация государственная, приватизировали. 50% были мои. То есть это моя квартира, я ее продаю. Так что это наша квартира. Знаете, я прописана в этой квартире уже, знаете, 28 лет. Так что вот, мы ее приобрели по... Вы не выписаны ее? В каком смысле? А что значит выписаны? Нет, я не выписана. Нет, я не выписана. Вы можете быть собственником, но прописана в другом месте. Нет. Я собственник, я прописана в этой квартире 28 лет. Я просто вам объясняю. Uh-huh. Вы понимаете, да, некоторые люди там год или полгода. Я прописана в этой квартире с 1990 года. Вот. Вам же что-то продаете, я вам выписываться надо куда-то. Нет, ну это понятно. Понимаете, это другое дело. Я просто вам объясняю, что, как говорится... В общем, как там, историю квартиры. А почему вы полы-то выкинули? У вас что, как вы знаете, обычно, знаете, эти квартиры, как у бомжей бывают, там лепили, вот, там старики какие-то дремучие жили. А, нет, вы знаете, что, сейчас... Все равно запахом боятся. Нет, вы знаете, что... Я сейчас вам объясню. Вы знаете, что там было линолеум вот этого 1989 года. Вот был линолеум такой старый, то есть, ну, в принципе, он нормальный был, вот, а под линолеумом, когда его поднимаешь, он был на войлочной основе, вот, и пол... Да, и знаете что, и вот, он был некрашенный, вот, подняла я этот линолеум, а оттуда грязь сыпется,